Здравствуйте, в эфире Десна ТВ Новости, с вами Виталий Волков. Смотрите сегодня в выпуске. Личный прием граждан и инспектирование новой строительной площадки. Сергей Леонов посетил Десногорск. Все эти вопросы мы обязательно возьмем на контроль, будем отрабатывать вместе с моими помощниками. Административная комиссия города призвала нарушителей порядка к ответу. Вы год тому назад были уже наказаны. Вы должны были сделать выводы какие-то. Десногорск отметил День России. Родина у меня одна единственная, самая любимая. И я ее никогда ни на что не променяю. 10 июня в Десногорск с рабочим визитом прибыл сенатор Российской Федерации от Смоленской области Сергей Леонов. Какие вопросы предстояло решить политическому деятелю, смотрите в нашем следующем сюжете. Личные политические приемные давно стали местом, где граждане могут озвучить свои наболевшие проблемы и напрямую адресовать властям актуальные вопросы. В приемную ЛДПР пришли 7 жителей Десногорска, что говорит о востребованности такой формы диалога. В первую очередь к сенатору обратились с просьбой оказать содействие в благоустройстве детской зоны в одном из детских садиков города. Практическая помощь от администрации Смоленской области часто поступает в ответ на подобные запросы. Как раз сейчас в городе осуществляется 2 проекта в рамках этой инициативы. Я просил 1 000 000 рублей для города, и вот 1 000 000 рублей пойдет. Я вот тоже был, и это был еще в октябре-ноябре прошлого года, я просил, чтобы вы понимали, то есть, ну, что это не просто так все делается. Оно сейчас пойдет вот на строительство спортивной площадки в одном из микрорайонов, а вторая часть денег, больше там 500 000, она пойдет на ремонт танцевального зала в музыкальной школе. Возведение упомянутой детской площадки уже началось. Сергей Леонов побывал в первом микрорайоне и лично проинспектировал процесс строительства. Преобразование этой территории проходит по программе формирования комфортной городской среды и подразумевает расширение парковочной зоны во дворе дома номер 14. При поддержке губернатора Смоленской области Алексея Островского были выделены дополнительные деньги на игровую зону. Данная спортивная площадка будет установлена на деньги из резервного фонда губернатора. Я недавно к нему обращался с этим вопросом, чтобы именно здесь, потому что прекрасный будет двор отремонтированный, ну и, конечно, хотелось бы, конечно, площадку спортивную. Поэтому губернатор отреагировал положительно, выделил деньги и надеюсь, что уже к концу июня, начале июля все будет, работы завершены и площадка будет тоже установлена. Многофункциональная придомовая зона изменит общий вид улицы и удовлетворит острую потребность жителей в парковочных местах. А игровая площадка для детей гармонично дополнит улучшенное пространство. Ксения Лошкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ. 10 июня, в канун Дня России, в администрации города прошло плановое заседание административной комиссии. Даже приближающийся праздник не стал причиной снисхождения к нарушителям закона. Перед началом слушания протоколов о правонарушениях к членам комиссии и жителям города обратился председатель административного совета Владимир Исаев. В преддверии праздника разрешите всех десногорцев поздравить с Днем России. Пожелать всем нам успехов в каждом деле, на своем месте, на своем участке. Чтобы день ото дня, год от года наша жизнь становилась лучше, комфортнее, ярче. А в наших душах всегда было место для любви к своей родине, к своему дорогому и любимому городу Десногорску. С наступающим праздником, Днем России! Ответственность перед окружающими – важный гражданский долг каждого человека. Но многие о нем забывают. На рассмотрение административной комиссии было направлено 18 протоколов о нарушении общественного порядка. Подавляющее большинство рассмотренных дел, 14 заявлений, касались нарушения тишины и спокойствия граждан. Некоторых от повторных нарушений не останавливает даже сумма штрафа от 1 до 3 тысяч рублей. Вы год тому назад были уже наказаны. Вы должны были сделать выводы какие-то. В прошлый раз вас за что наказывали? Шум тоже. Шум. Строительный. Не кажется, что это уже рецидив какой-то, один, второй и так далее? Вы выводы сделаете из данного нарушения или будете в третий раз с вами встречаться?
Еще одной актуальной проблемой в Десногорске является нарушение требований, установленных правилами благоустройства территории города. Это касается не только отдельных жителей, но и организаций. Так, одним из садовых товариществ были нарушены правила по уходу за прилегающей территорией. Еще в апреле председателю было вынесено постановление на устранение нарушения и уборку мусора, которое не было выполнено в отведенный 10-дневный срок. Убрать 10 квадратных метров, собрать мусор по времени, сколько? Час не могут. Нет, поэтому мы живем-то и в том мире, где человек сказал слово, что он сделает, согласился. Я живу в том мире. Вам дали как-то 7 дней, как вы говорите, не 10. Ну тогда сделайте. Вы же были там, была Вера Алексеевна, был Сергей Александрович, вы говорили, 30 число. За игнорирование первого предписания административной комиссии председателю товарищества предписан штраф в размере 40 тысяч рублей. Еще по двум протоколам установлен штраф в 4 тысячи рублей. Одно производство по делу прекращено. Ксения Лошкова, Виталий Волков, Александр Ерофеев, Десна ТВ. О криминальной обстановке в городе расскажет начальник тыла отдела МВД по городу Десногорску Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 104 сообщения о происшествиях, из них 3 сообщения о преступлениях. Зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия с техническими повреждениями. Выявлено 65 административных правонарушений, в том числе 51 нарушение правил дорожного движения. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к ответственности привлечен 1 человек. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административным ответственности привлечены 7 человек. Для нашей страны 12 июня – государственный праздник, который считается днем рождения России. В день гордости и уважения к своей родине в Десногорске прошли массовые праздничные мероприятия. По традиции праздничный день начался со спорта. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Десна» 40 команд юношей и девушек сразились в баскетбольном матче формата 3-3. Организованный Смоленской атомной электростанцией турнир прошел в рамках проекта «Планета баскетбола. Оранжевый атом» и соединил на поле команды из Смоленской области и Брянска. В это же самое время спортивным азартом был охвачен и берег Десногорского водохранилища. Более 100 спортсменов приняли участие в открытом чемпионате Смоленской области по гребле на лодках «Дракон». К команде Десногорска присоединились гребцы из различных городов России – Москвы и Белгорода, Пушкина и Энгельса. Мы рады приветствовать вас на площадке Смоленской атомной станции в городе Десногорске. Акватория нашего водохранилища готова для того, чтобы вы показали свой опыт, мастерство и свой класс. Центральным событием любого праздника является концертная программа с выступлениями хореографических и вокальных коллективов. Творческими подарками жителей города наградили детские и профессиональные музыканты и танцоры Десногорска на летней эстраде. Сначала поздравлениями одарили самых маленьких граждан страны. Детская игровая программа для малышей с эстафетами, веселыми конкурсами и призами была организована Центром культуры и молодежной политики. После чего с поздравительной речью к жителям города обратился заместитель главы Десногорска Александр Новиков. Я хочу от всего сердца сегодня поздравить вас с нашим главным национальным праздником – Днем нашей страны, Днем России. Бывает в нашей стране и нам с вами, скажем, нелегко, но это наша страна, это наша Родина, и мы гордимся, что живем здесь, и мы готовы в случае каких-то бед и опасностей стать плечом к плечу и ее защитить. Все, кто пришел в этот день на городскую площадь, стали свидетелями торжественной регистрации новорожденного гражданина нашей необъятной страны. А еще у 4 ребят в руках оказался основной документ – общегражданский паспорт Российской Федерации. Дорогие ребята, теперь, как у каждого взрослого человека, у вас появились новые права и обязанности. С честью несите гордое звание гражданин Российской Федерации.
За социально значимую деятельность на сцене также были награждены участники волонтерской группы, чья работа в 2020 году помогла десногорцам разобраться в конституционных поправках. В День России на улицы города вышли люди, которым не безразлична судьба своей родины. В их глазах гордость за свою страну, любовь и искренний патриотизм. У каждого есть свои причины, чтобы сказать родине спасибо. А за все! И за просторы, и за поля, и за реки, и за моря, и за океаны. Родина у меня одна единственная, самая любимая. И я ее никогда ни на что не променяю. Ксения Лошкова, Юлия Соболева, Виталий Волков, Александр Ерофеев, Десна ТВ. В конце выпуска коротко о погоде. 17 июня в Десногорске солнечно. Днем температура воздуха до плюс 23, ночью плюс 14. На сегодня выпуск завершен. С вами был Виталий Волков. Увидимся.